Привет, народ. Ой, решил я тут пострелять чуть-чуть. Ну, собственно, я на территории лагеря бывшего пионерского. Ну, вот. Никого тут нема. Вот. У меня есть вот такой вот приборчик. Вот такой вот приборчик. Ну, он пневматический. Ну, вот. Соответственно. Решил я вон туда пострелять. Вон по тем бутылкам. Интересно, как получится. У меня с одной рукой, когда камера, в одной руке, в другой ствол. Сейчас глянем. Пойдем смотреть. Так, у нас еще у нас. Заряжен? Заряжен. Еще как. Так. Я, по-моему, попал. Или не попал. Косой. Ой, косой. В общем, я не стрелял уже хрен знает сколько. Вот, собственно, свое оправдание скажу. Но мишени тут масса, как бы, ну тут мусор, вот, всячески. Вот, служит как бы мишенью. Может послужить там то стекло, например. Пробил. Сейчас покажу. О. У меня дырочки. Вот. То есть чего-чего, мишени тут масса. Ну как бы не моя вина. Будем использовать в качестве мишени мусор. Что делать? Опа! Видали? Есть одна. То есть, как можно видеть, кстати, у меня пистолет ПМ. Ух. Так, люди едут. Ну ладно. Надеюсь. Я никого не напугал. Вообще тут безлюдно, ну ладно. Оп. Завалил. Навыки-то. Ручки-то помнят. Так. Оружие пачкать не будем. Блин, я не знаю, видно в камеру или нет, просто что я тут это делаю, но солнце просто отсвечивает. Мне не очень все видно. Ну, как говорится, стараюсь как могу. Все. Уй. Так, сейчас ствол делаю в карман. Норовит выпасть. Штука, кстати, забавная, этот Макаров. У меня был уже. Мне друг его обменял на там, нож. Нет. Вот. Но он бил слабее, явно. Вот. Он бил явно слабее, как бы, но вот этот бьет, ну, явно мощнее. То есть, как бы. И баклаху пробивает. Причем без воды пластиковую. Вот. То есть, как бы, это сложнее для оружия сделать, потому что пульки пружинят. От него это пробивает. Вот. Ну вот я не знаю, сколько тут расстояние метров. Блин, 10 точно есть. Вот. Ну как бы дубль 2. 3 уже, наверное, да? Ну ладно. Опс. Чуть ниже попал.
опа, есть. То есть попал, но не завалил. Косею, косею. То ли косею, то баллончик уже тобой. Они бывают баллончики. Как-то заправлены тоже по-разному. Один баллончик стреляешь долго, и вроде нормально, а другой пару выстрелов сделал, и все. Вот я уже вижу, как пульки летят, то есть визуально их видно. Поэтому, собственно, их траектория меняется, и попасть сложнее. Ну, сейчас попробуем еще раз. Оп, есть. Плюс поправка на ветер. Так, что тут у нас? Вот они, мои попадания. Так, сейчас возьмусь получше. Так, вот одно. Ну и вот второе. Сейчас где-то тут было. Я четко видел, а вот она. Вот, то есть пробитие одно, пробитие второе, прям дырочки. Сейчас глянем, не насквозь или... Нет, отверстия не сквозные. Но я уже баллончиком этим стрелял, поэтому, видимо, там газа меньше. Просто. Так. О. Ладно, съемка не бог весть какая. Ну, может, кому понравится, по приколу будет глянуть. Все равно выложу. Ага, классный, блин, думаю, что ж такое, патроны кончились, ну, в смысле, эти пульки, шарики. А вот, ну, в общем, сейчас перезаряжу и продолжу свое занятие. Вот, так что, блин, кто со мной не поехал, вообще очень зря, погода классная. Говорю, как закон подлости, как я на работе. Так все время, о, Серега, давай поедем куда-нибудь, да там вообще, чуть ли не с ночевкой, так, а вот, да как выходной, зовешь всех, блин, давайте, у меня ствол есть, постреляем, блин, че, пошарим по мишеням, а вот, соответственно, в безлюдном месте, ну, там у меня, как бы, я ни в кого не попаду, даже случайно, потому что там это, камни сзади, кирпичи. Вот, то есть все меры безопасности тут соблюдены. Вот. И место такое открытое. Если кто-то будет идти, то я как бы вот. Так что, блин, смотрите и завидуйте. Что еще сказать? Время, поехали. В общем, как на работе, так. Пожалуйста, Серега, давай, давай. Едем. А вот, я говорю, я не могу, я на работе. Как я выходной, все условия, все, пожалуйста. Вот. Ну, бывает. Как говорится, самое лучшее, надо ездить одному. То пока всех соберешь. Вот. Это временно. В общем, вот такие вот дела. Кто смотрел, всем спасибо. Как говорится, вот, пойду я дальше постреляю. Еще. А? Так, у меня тут камера тупит, пардон. Маленькая техническая заминка.